А зачем это? Я думаю, вам не помешает на недельку съездить в Инсбрук. Там казино работают. И юные лыжницы по-прежнему катаются с гор. Без этого официального письма я не смогу отбить для вас неделю счастья. Иначе меня обвинят в либерализме к любимчикам. Спасибо. Только денег-то у меня много. Ну, лишнее не помешает? Или помешает? Вообще-то не помешает. Говорят, теперь дорого лечится это... грипп. Вспомните еще раз. Вас никто не видел у пастора? Скажите, в тот день, когда приезжала милиция, вы показывали двум шоферам, где грузить отливки? А они говорят, показывал? Они говорят, показывал. Не помню. Да? Не помню. Нездоров был. Чем болели? Ну, грипп в меня вошел. Эпидемия? Угу. Температура большая, товарищ генерал. Полковник. Да нет, товарищ полковник, я не знаю, что тут он у вас говорит, но этот день хорошо помню. На анекдоты рассказывал, грузчиков материл. Разве ты болел? Да. А Гусев утверждает, что был болен. Высокая температура, действовал как бы в бреду. В бреду? Угу. Ну, тогда, товарищ полковник, мы все как есть в бреду. В мужчине мы уважаем силу, а в женщине женскую гордость. Знаете, Константин, я затворница. Мне девчонки говорят, Римка, ты все дома да дома, ты так молодость губишь. А мне нравится. Я радио слушаю, вышиваю, художественную литературу читаю. Правда, в этом году только 6 книжек прочла. Знаете, эпидемия гриппа, медсестры все в больнице да в больнице. Скажите, Константин, вы романтик? Я? Конечно. Здравствуйте. Петя, это вы. Я на минуточку. Я только что из роддома. Сашу отвезли. Петь, да вы не волнуйтесь. Правда, все будет хорошо. А я не волнуюсь. Она мне сама сказала, что все будет прекрасно. Но вы не знаете. У нее грипп, и она кашляет. Ну, подумаешь, какая ерунда, грипп. Да все обойдется, Петя. Ага. На минуточку. О, это надолго. А больном нужен покой. А вы знаете, как были вычищены Авгиевы конюшни? А кто же это не знает? Таскал этот самый бедолаг свой камень в гору. Туда и обратно, а потом уронил в реку. А там и самая эта конюшня и стояла. Ну, вот теперь я заболеваю. А древние египтяне считали, что при насморке вытекает мозг. Откуда ты все знаешь? Слушай, шла б ты домой, Пенелопа.